А перед Новым годом мы решили обновить магазин, теперь он работает еще лучше и удобнее. А также мы запустили просто нереальную распродажу, и теперь все самые крутые новинки ты можешь купить реально за копейки. Заходи и покупай, ссылочка в описании. Всем привет, ребят, с вами Механик, сегодня поиграем в City Car Driving, и у меня не очень хорошие новости. Дело в том, что та тачка, которую я купил в прошлой серии, та двенашка, оказалась автохламом. Она не поставилась на учет, потому что у нее перебитые номера и документы вообще типа от другой машины. Ну, под эти номера сделаны. Короче, вот такой вот, просто такая фекалия произошла, и до человека, который ее продал, до продавца, я не могу дозвониться, поэтому сегодня я собрал своих друзей, и сегодня мы едем на разборке. Взяли, короче, гелик у отца одного из друга, гелик, короче, вот такой рабочий, ну, для того, чтобы просто его как-то, не знаю, устрашить, что ли, этого типа. Так, а что, он завелся, нет? Да, завелся, нифига, он как тихо работает. Ладно, я пристегнусь. Ближний свет есть. И так, как там надо? О, драйв. Ого, нифига, он какой яростный. Это АМГ-шный гелик. Он реально очень быстрый. Нам нужно ехать на такую, короче, горную трассу. И там какой-то, я не знаю, ну, поселок, наверное, какой-то. Потому что он сказал, что он там живет. И просто он... То есть я подъехал туда, он выехал, мы написали договор купли-продажи и все. Я хочу получить назад свои деньги. Потому что больше мне ничего не надо. Реально, мне нужны, ну, только вернуть деньги нужно и все. Машина, она теперь стоит в ГАИ. И я не знаю, ее, ну, вряд ли уже получится забрать. Потому что она с перебитыми номерами. Такие машины обычно, ну, не, они так и остаются там. Так, нужно будет мне найти этот поворот. Блин, ну гелик, конечно, сколько мы сотку едем, нифига себе, даже не заметил. Это вот эта машина, вот это высший класс, конечно. Не знаю, может быть, когда-нибудь я смогу накопить и позволить себе такую машину, но это, конечно, вряд ли. Но машина очень крутая. Как видите, прям очень... Очень здорово на нем можно ездить. Так. Вот он, по-моему, поворот. Так, вроде вот этот поворот. Сейчас попробуем здесь повернуть. Ого, вот это у него разгон. Блин, офигеть просто. Вот эта тачка прет. Что случилось? Что-то я не понял. Что произошло такое? Не знаю, короче. Что-то сейчас глюкануло здесь. И меня просто сбросило на эту, на обочку. Хотя, как будто передача вниз скаканула. Ладно, пофиг. Все равно это рабочая тачка, не будем заморачиваться. Нам главное доехать, и вообще, ну, тут самое главное внешний вид и понты, так скажем. Так, вот какая-то деревушка, но вроде это не та. Да, вроде там другая была какая-то. А, ну точно, мы же еще даже не доехали туда. До гор самих не доехали, они там где-то реально в горах. Так. Просто смотрите, чуть-чуть газ нажимаешь, и все, он попер. Вроде такой кубик здоровый, да? И в то же время настолько круто едет. Ну сколько здесь? 500 с лишним сил. И они дают о себе знать, конечно. Вроде 2 там с лишним тонны, но он, смотрите, реально 160 уже! Нифига! Скорости в нем вообще не чувствуется. Так. А вот это что было такое? Поворот какой-то. Не знаю, что за поворот был. Ну-ка. Сейчас проедем, посмотрим. Блин, как он едет, а? Просто 140. Даже знаков я не успеваю. Не успеваю просмотреть, что там за знаки. Потому что он слишком быстрый. Так, 60. Приоритет. У нас те пропускают. Почему такой узкий мостик здесь?
Почему нельзя сделать нормальный? Так, смотрим. Какая-то проселочная дорога, возможно, это она. Возможно, нам нужно туда будет сворачивать. Сейчас посмотрим, сейчас проедем дальше, посмотрим вообще местность, осмотрим, что здесь и как. Но, честно говоря, в проселочную дорогу не особо хочется, потому что гелик на амбвесе, на АМГшном, и, ну, такое себе. Не хотелось бы сломать какой-нибудь элемент, там, бампер или еще что-нибудь. Блин, ну как едет, просто, просто песня. Так, а это что такое? Вот тут тоже какая-то дорога непонятная. Так, во-первых, вот там дальше что-то... А, вон там дальше туннель, по которому я, получается, тогда гнал машину уже. То есть нам нужно реально попробовать назад. Так, вот это что за дороги? Давайте попробуем сюда. Так. Здесь, конечно, очень круто, но... Вроде сухо и... Нормально заезжает. Прикиньте. Я думал, что будет хуже. Так. Потихоньку, потихонечку не разгоняться. И вторая дорога, она рядом, и она куда-то пошла. Не знаю, где она. Сейчас попробуем по этой проехаться, посмотрим, куда она нас приведет. И по второй то же самое, наверное, придется сделать, если что. Ну, может быть, я не знаю, сейчас посмотрим. Ага, нет, вот вторая, она параллельно просто идет. Такс, куда-то мы вообще в горы едем прям, смотрите. Ха, прям вообще в горы. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Но он даже по грунтовке, смотрите, как идет хорошо. Так, ну это что-то быстровато, быстровато. Хотя тут пневма, что ли, или что-то, не знаю, какая здесь подвеска. Но работает все очень хорошо. Все очень плавно, мягонько, в салоне ничего не гремит. Ну что сказать, тачка реально премиальная. Так, дорога уходит куда-то вон туда, направо, что ли. Сейчас посмотрим. Надеюсь, что я найду этого типа, и он просто вернет мне деньги. Потому что трубку телефона он не берет, ну, по понятным причинам. Ну, попробуем сейчас как-то решить, я не знаю, что. Может, надо было какие-нибудь биты там взять или еще что-нибудь. Или ладно, надеюсь, что так получится договориться. Так, смотрите, дорога вообще куда-то уходит, вон. Непонятно, куда уходит. Так, по-моему, я чем-то цепанул. Куда-то наверх, что ли, уходит дорога. Потихонечку тут поедем, чтобы просто не повредить машину. Такс. Опа-на. Вот это такой уклончик здесь уже серьезный. Давай, 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 гелик, ты чё? Диагоналочку просто поймал. Фух. Фух, мама мия. Посмотрите, так вроде ничего страшного, но из салона как это выглядит, а? Так. Нам нужно ехать назад. Стоп, 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 стоп. Теперь вперед. Давай, 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 блин, застрял на гелике. Кому скажешь, просто засмеют все. Давай, 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 да. О! Фух. Фух, ребята, это было серьезно. Так, нужно опасаться всяких диагоналочек. Тихо, 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 тормози. Ты чё, блин? Бампером, что ли, саданулся? Так. И чё, тут у нас такое?
Какие-то метеорологи, что ли, живут. Я не знаю, что здесь такое. Смотрите. Так. Здесь, походу, нет никого. Да. А куда дальше дорога эта идет? Я не знаю. Она никуда не идет. Вот она закончилась. Здесь реально никого нету. Здесь вообще ни признаков жизни, ничего такого нету. Попробуем сейчас на ту дорогу вернуться. На вторую, посмотрим, куда она идет. Да, ребят, вот это я попал. Просто на 300 косых. Тихо, 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 тихо. Офигеть, как его сносит. Так, а здесь я смогу съехать? Он просто сам катится здесь. Походу, настолько уклон большой. Так, тихонечко. По-моему, я сейчас лишусь бампера. Ну-ка, надо выйти посмотреть. Или нет? Так, вот так вывернем руль. Блин, чуть-чуть цепанул прям низом бампера, но вроде целый. Так, нужно развернуться. Где-нибудь вот здесь вот. Да давай, ты чё? Походу из-за травы? Из-за того, что трава скользкая. Здесь наверху конденсат, типа. Походу поэтому он вообще не... Так. Что-то опять там все трещит, брежит. Ну хорошо, что здесь все в грунте, как бы достаточно все мягко и повреждений... Сильно никаких, ну, нету у автомобиля. Так. Едем вот тут. Ё-моё, вот это тут спуск. Просто офигеть можно. Тормози, тормози, тормози давай. Блин, куда мы нафиг поехали? Этот тормоз практически в пол. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. АБС что-то вообще не справляется уже. Так. Потихонечку-потихонечку, полигонечку. Да ну нафиг. Блин, тут опасно, ребят. Он просто его реально тащит. Вот, смотрите. Вроде склона как такового здесь какого-то большого нет, но его реально тащит. Прям жесть как. Блин, это гелик. Он, конечно, офигенный, но он, видимо, слишком тяжелый для такого. Я не знаю. Походу, в этом все дело, что он слишком тяжелый. Вот, смотрите, АБС срабатывает постоянно. Надеюсь, вам слышно меня за моими прекрасными соседями, которые делают ремонт каждый день на протяжении уже года, наверное. Что можно делать, что можно сверлить каждый день на протяжении года, я не знаю. Возможно, это какое-то хобби, как знаете, допустим, какая-то стена бетонная стоит, и нужно высверлить в ней миллиард отверстий. Просто миллиард, и каждый день сверлится по 10, 15, 20 отверстий. Для того, чтобы в течение всей жизни можно было... Это какие-то отметки, типа, знаете, как час жизни прожит, просверлил такой. Час жизни прожит, опять просверлил. Так, ну что же. Есть некая проблема. Дело в том, что мы проехали такой путь и не нашли, где живет данный чувак. Вот в чем заключается огромная проблема. Я не знаю, как вернуть свои бабки. Я думаю, что мы сейчас поедем туда-назад. Так, здесь стоит трактор какой-то. Непонятно, что он здесь копает. Рабочего там нету, по-моему, да? Да, нету рабочего. Ёб твою, ты чё натворил? Блин, чувак, мне из-за тебя просто вообще конец теперь. И
Куда он поехал? Я не понял. Ты чё, совсем что ли? Ты чё, тупой? Куда ты поехал? Стоять, блин. Ты чё, куда поехал? Ты сейчас квартиру отдашь. Ты куда поехал, братишка? А? Так, номера у него... У-638-СУ. Понятно. Сейчас, короче, надо парковаться. Сейчас будем решать здесь вопросы, потому что, ну, как вы понимаете, машина не моя. И платить за ее ремонт я вообще ни разу не хочу. На этом серия заканчивается, ребят. Пишите в комментариях, если вам понравилось. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал обязательно. С вами был Механик, и всем пока.